следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту авиационного происшествия, произошедшего с воздушным судном L-410, проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы траектория движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе, видимые повреждения самолета, створок переднего и левого основного шасси, капота двигателя самолета. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также суммы причиненного ущерба. Органам предварительного следствия рассматриваются две основные версии произошедшего. Экипажем преждевременно переведен рычаг уборки выпуска шасси в положение уборка до достаточного отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно совершило крен носовой частью в результате порыва ветра.